лже-пуританское ханжество некоторых чиновников и абсолютный снобизм, основанный на абсолютной также глупости, хамстве, некомпетентности, незнании людской психологии, особенно детской психологии, в России зашкаливает. Я не буду давать политических оценок, я скажу о моральной оценке. Ну, умоляю, господа в правительстве, ну не назначайте на должности высокие дураков. Ну губите же. Ну неужели это не видно? Я просто сегодня ленту новостей пролистал. Некоторые новости меня потрясли своей вообще полной бессмысленностью, глупостью, лживостью, лицемерием. И даже, извините меня, юридической некомпетентностью. Это на уровне федеральном. Ой-ва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 й. Почему ты, Савенков, такой нефартовый? Видимо, Богу не нужен я пока в этом качестве. Нужен буду в каком-то другом. А я рад всему. Мне лишь бы одно исполнилось, и все остальное, оно как, знаете, дед за репку, бабка за детку, внучка за бабку, жучка за внучку, и там мышка в конце с хвостом.